я наконец-то в своей любимой школе выбралась. У меня появился денек свободный, я решила посвятить его полностью учебе. Но, к сожалению, вчера тренировки закончились очень поздно, и я не успела подготовить домашнее задание. Будем надеяться, что все пройдет сегодня хорошо. За меня очень болеют мои одноклассники. Я вообще обожаю свою школу, обожаю своих учителей, своих одноклассников. Мне кажется, что мне самая лучшая школа, которая 12-25. Вот, помнит. Значит, присутствует. Раз, два, три, четыре. Вперед. Бежала. Хорошо. Дальше. В этот раз мы взяли не очень простую историю. У нас будет очень сложный реквизит — это резинки. И вот мы сейчас репетируем, у нас не все сразу получается. Мы очень часто путаемся в них во время... тяжело, кошмар. Во время репетиции? Сумасшедший сложный реквизит. Это наше как бы чувство, это наша связь между мной и Лиза, и мы пытаемся, она нас разрывает, она нас сталкивает, мы запутаемся в этом во всем. То есть это не резинки, это наше как бы вот отношение, которое наконец-таки можно, может быть, увидеть, не только почувствовать. Лучше, вот смотри. Очень страшно запутаться в резинках на соревновании. Вначале номер достаточно сделать неправильное движение рукой, и все, весь номер можно развалиться. Просто уходить сразу со сцены и ничего дальше не делать. Да, поэтому очень... Волнуешься, да? Да. Правильно, молодец. Я тоже волнуюсь. От вашего имени, уважаемые телезрители, поздравляю Максима Ставицкого с прошедшим днем рождения. Он и Лиза Арзамасова будут танцевать под «Love the way you lie» в исполнении Эминема и Рианы. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight as long as the wrong feels right. It's like I'm in flight, high off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. Just gonna stay. We said things, did things that we didn't mean. Then we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me. When it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you. Baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much. Just gonna stay. «Я люблю, как ты лжешь», так переводится название этой песни. Честно говоря, я, наверное, чего-то не понял. И мне показалось, что эти бинты эластичные, эти ленты, с которыми они, ребята, вышли, никакой смысловой нагрузки не несли. Поспорьте со мной, Светлана. Я с вами соглашусь. Меня даже немножко раздражали эти бинты. Я очень люблю эту пару, и Лиза, и Максим. Максим в этом проекте «Лед и пламень» просто открылся для телезрителей, для болельщиков в каком-то ином плане. Мне кажется, что номер немножко был не для них. Он какой-то агрессивный был. И
Мне кажется, они могут лучше, интереснее. Это, конечно же, проблема хореографа. Пойдем. Очень красиво. Молодец. Абсолютно все сделано. Немножко, чуть-чуть не дошли только до резинок, вот как я просил, немножко сбросьте. Елизавета Арзамасова, Максим Ставицкий, Россия, оценки за технику. 6-0, 5-9, 5-9, 5-8, 5-9, средний балл 5,9 балла. Оценки за артистизм. 6-0, 5-9, 5-8, 5-8, 6-0, средний балл 5,9 балла. Общий балл 11,8 балла. Фарух, мне бы хотелось узнать ваше мнение. Как-то вот сразу тяжело говорить, Марат. А паре, которую очень симпатизируешь, которую очень любишь, ну вот как-то по этому номеру не совпало для меня, опять, господа, ну вообще ничего. Связка в начале номера бесконечно почему-то напрягала. Ну, в общем, не знаю, как-то вот, как-то расстроился я, честно. Ну, вообще не вставил номер. Дима, мне бы хотелось услышать твое мнение. Ты поставил высшие оценки. Да, я поставил высокие оценки. Я хотел бы начать с того, что мне доставляет большое удовольствие музыка, которая звучит в сегодняшнем шоу, потому что это музыка моего поколения. И, может быть, это делает меня немножечко предвзятым. Ну, а во-вторых, знаете, я все детство, всю школу мечтал научиться прыгать в резиночке. И вот, наконец, когда я вижу, какую непростую работу проделали ребята, я не мог поставить низкую оценку. Максим, несмотря на то, что вы получили такие низкие оценки, я тебя поздравляю с днем рождения. Удачи тебе. Удачи, удачи, удачи. Радости, здоровья, всего самого наилучшего. Было видно, что вы абсолютно растеряны, увидев такие оценки. И Илья Вербух был потерянный. В общем, никто их не ожидал. Может быть, что-то есть ответить? Ну, мне кажется, что... Мне мама всегда говорит, что сколько людей, столько и мнений. И мне кажется, это очень правильно. И как, мне кажется, у каждого человека может быть абсолютно правильное свое мнение. Ну, вообще, все было рисково. Музыка была достаточно рисковая. То есть факт был, что не все ее оценят, и не все ее знают, и не все ее любят. Идея с резинками, их не надо воспринимать как резинки. Это какие-то чувства, какие-то отношения между нами, которые рвутся, натягиваются, наоборот собираются. Опять мы в них заматываемся. То есть если это не прочиталось, наверное, это, наверное, наша вина. Но мне кажется, что... Ну, Лизе я сегодня ставлю 6-0 от себя. Скажи, пожалуйста, за тебя болеют еще бабушка и дедушка, так? Конечно, они очень переживают, но они очень далеко, в Владивостоке. Но все равно каждый раз звонят, у них передачи показывают раньше, и они звонят на 9 часов раньше нам в Москву и говорят... Сообщают оценки. Да, и говорят, сообщают оценки, и говорят, что очень переживали, когда Максим поднимал меня на ту или иную поддержку. Замечательно. Передаем вам привет, дорогие бабушка и дедушка Лизы. Удачи!